Здравствуйте, дорогие телерадиочитатели. Вы, наверное, хотите спросить меня: Арти, всемогущий ты наш жеребец, куда ж ты пропал, скотина недорезанная? Я слышал ваши мольбы, и они не останутся без ответа. Итак, мой ответ. Во-первых, нечего обзываться скотиной недорезанной. Это не культурно, родной. Во-вторых, у меня сейчас на руках два проекта, которыми я более-менее активно занимаюсь, и они занимают немало свободного времени. Столько, что сама мысль о том, чтобы параллельно еще и проходить игру, вызывает у меня желание умереть. Напоминаю, что YouTube для меня является не более чем хобби, и по будням я, как и прочие смертные, хожу на работу. Soul Reaver 2 отнимает чертовски много времени из-за обилия текста в игре, которую я, по сути, перевожу. Само по себе это меня выбивало из сил, но в комбинации с тем, что я делаю сейчас, это уже просто ни в какие ворота. Что же именно я делаю? На данный момент я участвую в двух проектах перевода. Вместе с командой Team Miracle с Zone of Games я перевожу замечательный файтинг Skullgirls. Что же там такого переводить? Спросят личности с игрой незнакомые. Отвечаю, на самом деле не так уж и мало, потому как у 13 из 14 бойцов есть своя сюжетная ветка. А также в игре очень подробный режим обучения, включая отдельно приемы для всех 14 бойцов. Сейчас уже этот перевод близится к завершению. Мне осталось еще 5 туториалов бойцов, а остальное уже по мелочи. Менюшки, надписи при комбо и тому подобное лабуда. Второй проект, но не по значению, гораздо серьезнее. Исправление зоковской версии перевода одной из моих любимейших RPG всех времен народов. Star Wars Knights of the Old Republic. Здесь я до финальной стадии буду работать один, и работа у меня непочатый край. И наполеоновские планы также присутствуют, но и результат, я думаю, будет того стоить. Именно поэтому я взял перерыв до середины декабря, о котором объявил в группе. Почему до середины декабря? Потому что с 13 декабря у меня отпуск до конца года. Вот так-то. Плюс к тому времени я уже, наверное, закончу со Skullgirls, и времени будет больше. Почему же я поставил эти два проекта приоритетом выше прохождения Soul Reaver 2? Все просто. Просто они интереснее. Просто я могу реально что-то изменить. Если уж я трачу свои силы на то, чтобы перевести текст в игре, то этот текст хотя бы реально будет в чертовой игре. От этого будет польза, как мне, так и окружающим. Впрочем, до указанного срока я могу выпустить пару мелких видосов, типа потока сознания, потому что они короче, и опять-таки их интереснее делать. Так что если еще какая-нибудь просвещенная личность захочет написать мне: «Делай Soul Reaver 2, тварь!» или «Раз занавелся, сдался, бе-бе-бе», то я сделаю следующее. Закрою этот летсплей окончательно и бесповоротно, и горяю все синим пламенем. Повторяю, это мое хобби, я никому ничем не обязан, имею полнейшее право прекратить в любой момент. Если кому-то не нравится, что его не развлекают бесплатно по первому требованию, то советую перестать дембелевать. А на этом все. До свидания, товарищи.